Добрый день, уважаемые зрители канала «Центр Магнитола». Сегодня мы бы хотели вам показать автомагнитолу для машины Suzuki Grand Vitara 2005 по 2015 год. Эта магнитола отличается тем, что она очень хорошо вписывается в дизайн автомобиля, повторяет кнопочки, ручки, то есть смотрится хорошо, встает прекрасно. Но теперь, что же она умеет? Обычная магнитола, навигация, радио, где 18-36 станций фиксированной настройки, 2 FM, диапазон FM1, FM2, AM, отсюда же выход в эквалайзер, который осуществляет подстройку тембра звука, и отсюда же выход в баланс. Можно отдельно выйти во все эти настройки прямо из магнитолы. Bluetooth модуль, который подключает ваш мобильный телефон и позволяет прослушивать музыку и звонить с вашего прямо с магнитолы. Аудиопроигрыватель, да, есть, слушаем музыку либо с USB, либо с внутренней памяти. И точно так же есть видеопроигрыватель, да, который позволяет слушать, смотреть клипы, либо с внутренней памяти, либо с флешки. Это видеопроигрыватель, да. Обычный Play Market, так как это Android 7, что угодно можно установить, можно поставить телевизионную программу, YouTube канал, то есть практически неограниченные возможности, особенно если есть подключение к интернету. Подключение к интернету осуществляется через Wi-Fi модуль, да, видите, он подключен к нашей Wi-Fi сети, вот значок в Wi-Fi горит, поэтому прекрасно работает навигация. Подключается легко, установили много, хорошая магнитола, хороший отклик, видим, да, что все и работает. Хорошо вписывается в дизайн автомобиля, и главное еще, что она подключается к рулю вашего автомобиля, легко программируются кнопки, управление не только с ручек кнопок на панели, но еще и дублируется на вашем рулевом управлении. Спасибо за внимание, уважаемые зрители канала. Подписывайтесь на наш канал «Центр Магнитол», ставьте лайки. До свидания.